мне показалось, что наша компания Observer, она выполняет достаточно широкую социальную функцию. Мы делаем уникальные продукты для создания безбарьерной среды, причем не только в Калининграде, а по всей России. Плюс мы создаем рабочие места для инвалидов. Ну и нам показалось, что это должно быть как-то отмечено. Из интересных показателей, мне кажется, стоит отметить, что у нас из 15 человек, работающих в компании, это 5 человек инвалидов-колясочников. Причем, есть люди такие вот, как я, у которых работает только голова. То есть онлайн-консультант у меня, допустим, инвалид с шейной травмой. Наверное, возможность показать другим людям с инвалидностью то, что можно жить активной, полноценной жизнью и приносить пользу не только себе, но и обществу.